Пятая ракетка мира. Одесситка Элина Свитолина шокирована отменой турнира в Индиануэльсе из-за коронавируса. Причиной стала эпидемия COVID-19, которая добралась уже и до американской Калифорнии. Организаторы соревнований приняли во внимание рекомендации органов здравоохранения и решили пока не проводить турнир с 9 по 22 марта. Учитывая плотный график, провести эти соревнования в другие даты будет почти невозможно. Под вопросом пока и другие теннисные розыгрыши во многих странах мира. For sure, I know I'm still in shock, but it's probably the right thing to do because we can see worldwide that people are getting sick and dying. So that's if they decide that's the right thing. Otherwise, you know, it's somewhere it has to start. Especially, you know, big question is the Chinese tournaments. We have so many of the tournaments in Asia, and that's very bothering. Элина Свитолина, напомню, сделала себе и всем украинским девушкам подарок. Она победила в турнире в мексиканском Монтерее в минувший уикенд. Этот титул стал для одесситки первым за полтора года и вернул ее в топ-5 мирового рейтинга.